Ну что ж, дорогие друзья, зрители и подписчики моего канала, с вами Мамуру. И сегодня мы поиграем в такую увлекательную игру, как Террария. Я только что за персонажа, только что создал мир. И давайте уже начнем играть. Для начала нужно... Все которые находятся здесь. Здесь у нас есть два сундука, в которых есть мешки с... Ну, мешки с... с цветами, водяной лист и смельная смерть травы. Это нам сундук, пожалуй, выберу. Давайте оплутаем второй сундук теперь. Ага. В нем есть светящиеся палочки, веревки и зелье возврата. Хорошо. Тоже заберем этот сундук и теперь давайте срубим дерево. Там дерево мне пригодится, как я думаю. Там гуляет наш всеми любимый гид. Его мы надо будет спрятать, его надо будет брать обязательно, потому что он уже полез для слизни. Если мне уже не улыбается. Так, посадим обратно дерево. На расстоянии 3 блоков надо посадить, чтобы они не, ну, чтобы они смогли зайти. Ненавижу эти короткие клинки. Просто переварим. Раз, два, три. И сажаем. Раз, два, три. Сажаем. Так. Пока что. А теперь нам нужно обустроить хоть какое-нибудь временное пристанище. Для этого мы выкопаем небольшую ямку. Ставим на это место платформу деревянную. Уже челюки плезли. И углубимся еще внутрь. Я запрыгнуть смогу? Да, смогу. Естественно. Нет, нет, сюда. Да, вот так. Вот таким вот образом будем пока что строиться. Сначала нужно обустроить пристанище, чтобы хотя бы иметь минимальную защиту от монстров. Потом уже будем копать шахту и делать разные другие вещи. Ой, как дерево все вырубит. Все срубили. И дальше продолжаем. Пожалуй, хватит. И можно уже углубиться в эту сторону. И сделать гиду уже непосредственно домик, чтобы он не умер первое время. Слов у нас, естественно, нету. Надо сейчас сделать факела. Или есть? Или чуть не... А, у нас есть скилла. Неожиданно. А насколько я знаю, надо ему вместо 8 клеток, то есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 вот это получается. И 8. И еще не менее на стену. Теперь делаем тройку, ну, деревянную обшивку. Вот, надеюсь, я очень сильно надеюсь, что тебе это понравится. Ибо я стараюсь. Ага, сделали. Теперь мы ставим сюда верстак. Делаем обычный стул. И ставим дверь. Два источника освещения. Также тебе понадобится вот эти вот стены. Так, кстати, я их не могу, поскольку у меня нету молота. Так, деревянный молот есть, надо сделать. Если без углубления не смогу ставить стены. Таким вот образом я делаю углубление, чтобы гиду жилось хорошо. Все выкопано. Так, теперь стены. Все ставится, стены хорошо и замечательно. Надеюсь, очень ты сможешь здесь жить, я очень на это надеюсь. Вот здесь стены.
ты же можешь здесь жить? Сейчас проверим. Вот, все, ты здесь живешь. Специально я тут сидел. Ой, зачем мы гриб? Я не знаю так. А, в принципе, я сделал дом для гида, уже прогресс есть. Что нам надо сделать впоследствии? По-хорошему поставить сюда вот сундук. Ну, поскольку это дом гида, но пока я буду жить вместе с ним. Поскольку мне тоже нужно временное пристанище. А если без него, то будет все очень плохо. Так, еще тут два мешка с растениями есть. Это все нам поможет в зелеварении. А зелеварение нам понадобится в скором времени для того, чтобы... ну, не умереть просто так. У нас есть зелье, это уже хорошо. Гранаты, гранаты. Строители зелья нам не нужны, сюрикены нам не нужны. Ну, пока хватит, пожалуй. По-хорошему, меч надо сменить, уже темнеет. Это уже плохо. Я вон вижу там грибы. Тут предлагаю светить. Чтоб было. Ага. Тут какая-то руда. Давайте добудем. Свинец. Свинец нам поможет. Также не мешало бы добыть камня. Бы камень полезен. Ага, я вижу, что тут есть полезная руда. Что это руда? Олово. Хорошо, олово нам тоже пригодится. А для того, чтобы... Просто играю, да, кстати, насчет сложности. Играю я на сложности легко. Для того, чтобы... Ну, поскольку я не профессиональный игрок в Террарии, я любитель. А даже на любительском уровне сложности я не могу нормально играть. А поскольку у меня много багов, фейлов, будет все. Короче, попа боль. Мне бомбу за слизи дали, это уже хорошо. Добываем камушек. Впоследствии, может быть, я буду... Нет, я изначально, кстати, буду делать дом из дерева. Чтобы это даже будет лучше. На мой счет, на мой взгляд, даже. Хорошо, замечательно. О, убиваем его. Очень увлекательный процесс. В серии уже, не знаю, сколько длится, я не засек. Надо будет, ну, скоро закончим, короче. Первая серия будет водная, как всегда. Меня хуже сделала, и так же и вот. Или кролика. Зачем? Зверя. Бомба это. Дальше нам нужно сделать печку. Мы делали печку, хорошо. Эту печку нам некуда поставить. Вырвем большое крепление для печки. Поскольку мой профиль это копка, я буду жить под землей. Да, мне понравится. Мне нравится под землей жить. Удобно и хорошо. Так, возьмем руду, олово, свинец. И, в принципе, можно их переплавить. Ну, что я здесь правда не делаю? Все. Так. Дурак, иди на место. В дом иди. Дурак. Ладно, предлагаю освоиться. Тут я вижу преграду в виде озера. Оно достаточно большое, но тут, кстати, золотая рыба плавает. Ой, я ничего не вижу. Все выложу. Ладно. Так. А по-хорошему. Осветить бы все здесь. Ну не только осветить, сколько. Так. Стрелы, зонт. Зачем зонт? Когда это там полезен, но не так полезен. Так стрелы. Ага. Так, тут еще руда. Замечательно. Олово. Олово мне пригодится. Нет, для начала нужно переделать мой меч поближе к другой. Потому что такое, какое у меня есть, это вообще не круто. Также мне нужно много оружия. Дамаг мне на данный на этом уровне очень слабый.
полезного. В общем, из полезного только олова. Предлагаю также нарубить немножко дерева. Ладно, я за дерево буду рубить для кадров, чтобы вас не отягощать данным процессом. Ну, и поскольку я считаю, это не самое лучшее, что на что можно было посмотреть. Так, зомби я не победил, сейчас у меня 100 хп всего. Я сейчас сам как зомби грибочки соберу, нужны будут. А что же, бежим дальше. Набьем, это хорошо. Так, я думаю, я не знаю. О, высокие деревья, кстати, надо будет их рубить, пожалуй, сейчас. Лучше бы их срубить сейчас, чем потом. О, чем выше дерево, тем лучше будет. Так. Ага, блин. Ладно. А 4 хп надо выпить зелье и бежать домой. Хотя нет, я дорублю все-таки эти деревья. Топором. Терять. Всяко лучше. Ладно, 15 серебро и 40 меди не так уж страшно, можно прожить и без этого, в принципе. А мы уже дома. А что ж, в принципе, можно на этом серию и закончить. Всем спасибо, что были со мной, всем спасибо, что смотрели серию. Если можете оценить видео под видео, как ни странно, поставьте большие пальцы вверх, если вам понравилось. Если не понравилось, поставьте дизлайк. Также не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить выход новых роликов. На этом все. Всем удачи, всем пока. Бай-бай.